чем получились эти отвертки. Что за металл, ну блин. Сорвалось. Так, чтобы открыть башку, нужно просто нажать на ножки. Всегда делаем на запас два варианта, то есть вдруг один не подойдет, но чтобы второй был в запасе. Для зубиков понадобятся такие вот стики, именно вот этот, для формирования этих форм зубиков. Я брала на Алиэкспрессе, брала давно, ну как бы не профессионально, но пойдет. Мы делаем примерку. Так, здесь нужно будет сверху срезать. Thank you.
примерку сделать сложнее. Ну, в общем, примерно нам надо засунуть так, чтобы зубик был вот... Здесь видно, нет? Вот в таком плане. В общем, после долгих мучений вот такие зубики у меня получились. Теперь их в духовку. Пока печется глина, все дела. Вот эти вот маленькие микротрещинки нам нужно затереть наждачной бумагой супер мягкой. Что мы сейчас будем делать? Добро, прошу, добро. Одинаки, посмотрите, нам нужно подпалить пятюма. Сейчас, собираем малышку. Какая интересная девочка получилась. Сейчас собираем малышку. Девочка получилась интересная. Все-таки язычок. Без ушей мне собирать, конечно, было проще. Это самый трепетный момент, когда ты на финишной, когда столько труда вложено, и, честно говоря, столько нервов.